В Одесской области мужчина убил знакомого, которому проиграл в карты свою жену. Почти 4 года назад житель Ананьевского района проиграл супругу в карты. После его посадили в тюрьму, а женщина стала жить с победителем. Отсидев срок, горе-игрок убил любовника жены. Своей вины задержанный не отрицает. По его словам, он просто хотел наказать знакомого за то, что тот бил и издевался над сожительницей. Я вчера не думал, что его встречу. Так получилось, что встретил. Просто хотел трохи наказать, но перестарался. По версии полиции, освободившийся из тюрьмы мужчина сначала избил любовника жены в селе, затем вывез его в лесополосу. Там убийца связал жертве руки и наносил удары по голове и туловищу металлическим прутом. После этого мужчина бросил избитого соперника и уехал домой. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. За селом Мордавка Подольского района в лесопосадке был обнаружен труп мужчины 25-30 лет. Благодаря слаженным действиям и оперативным действиям сектора региональной патрульной полиции в течение часа был установлен молодой человек, который совершил данное преступление.